Всем привет! Сегодня 10 января. Какая у нас погода? Все тает. Все бежит. Вчера красота такая была. Сегодня слякоть. Вот так вот все. Снегу. В этом году намело много снега. На все праздники был снег, и после праздников. А я хочу показать курочек, которые сейчас полным ходом несутся. Все будет видно, потому что уже пыталась снимать, но я буду двери закрывать. Хоть свет и есть, но темновато. Там вот окно виднее. Это маленький фонарик. Сколько, кстати, у них градусов? Градусов. 5 градусов тепла показывает. Ну, в принципе, у них не холодно. Сейчас я возьму миску. Пойдем собирать яйца. Из наших цыплят получилось. Из наших цыплят получилось 25 курочек. Ну, вот они сейчас уже несут яички. Сегодня еще не собирали. Здесь 3 штучки. Здесь есть что-то. Здесь 4. Плохо видно, надо яркую лампочку сюда. Вот, 3, 4. Еще. Здесь одно. Это 8. Ой. И фонарик не хочет светить. Ладно, уже заканчиваем. 2. 10 получается. И здесь курочка сидит. Фонарик засветил. Ну, пока держишь, он светит. Так, это 2. Двенадцать штук. Ну, в день они сносят 18-20 яиц. Бывает 16, потом больше. Ну, так вот. Кормим мы их пшеницей замоченной, потому что свежую они почему-то не едят. Просто в воде замоченную пшеницу. Плюс комбикорм. Там пшеница, ячмень, кукуруза, проса. Смесь. Макуха немножко. И кашу варим. Вот здесь можно посмотреть. Каша вареная, зачистка в картофельных и морковке. Плюс дерт или комбикорм, как раньше называли. Вот, комбикорм такой. Добавляем мы. И вот пшеничка здесь замоченная. Просто замоченная, не проросшая. Ну, они такую привыкли с детства. И такую едят. А еще кабак давали. Сладкие. А вот их яйца. Ну, не сильно крупные, но не мелкие. Средние, средние. Здесь крупные. Больше. Кто-то несет такие большие. Остальные поменьше немножко. И сильно мелких нету. Все, вот так вырастили мы цыплят. Теперь уже курочки. Несут нам яйца. Ну и там все.